Каждый год в мае в нашем городе сотни мальчишек принимают участие в турнире по футболу «Кожаный мяч». Проводится он среди ребят, которые играют в составе команд, представляющих свой микрорайон. По итогам игр будет выбрана лучшая команда одного из микрорайонов. Она продолжит испытания уже в областном этапе соревнований. Данные соревнования, значит, служат, это ребята сам, ну, как бы любят эти соревнования. И они служат подготовкой и к участию в областных соревнованиях. В августе месяце будет сборная команда микрорайона, которая выиграла первое место, будет принимать участие в областных соревнованиях. Организатором турнира выступает культурно-спортивное учреждение «Ровесник». В этом году, так же как и раньше, призеров ждут сладкие призы. Соревнования проводит культурно-спортивное учреждение «Ровесник», и нам помогает это городской комитет БРСМ, который награждает ребят сладкими призами, и индивидуальный предприниматель торгового объекта «Лиско» Наталья Николаевна, которая выделила для ребят, для победителей и чемпионов и призеров и памятные медали. Завершатся игры 27 мая. Однако для ребят призы не главное. Главное – то спортивный азарт, с которым играют дети в любимую игру – футбол.